Всем привет! Сегодня у нас покупочки Faberlic. Я сегодня получила посылочку. Это мой первый заказ Faberlic. До этого заказывала мне много чего дочечка. А теперь я буду заказывать для себя сама. Вот, хочу вам показать, что у меня тут есть. Ну, первое, что я хочу вам показать, это губная помада. Она сейчас как раз на мне. Вот такой цвет. Номер 4579. У меня уже две губные помады есть. Дочечка мне заказывала. Вы видели в предыдущих видео на мне вот такую губную. Вообще сейчас я, наверное, ее вам покажу. Так. Вообще вот этот цвет, он больше подходит к этой блузке. Но другой цвет я заказала, то уже будет для других вещей, которые у меня еще будут к лету. Я люблю такие цветные, розовые, розовый с сиреневым, розовый с розовым. Ну, в общем, розовое люблю разных оттенков. Поэтому я сейчас приобретаю губные помады, которые летом буду их как раз таки носить. Вот. Ну, еще одна губная помада. Это 4573, тоже Faberlic. Вот такая розовенькая. И она тоже очень хорошо смотрится. Тоже ее сейчас затестю. Уже показывать так показывать, да? Тоже такой приятный очень цвет. Мне нравится приятная текстура. Губная очень такая мягкая-мягкая, нежная. И у нее и запах приятный, и на вкус она приятная, и не липнет вообще. Это то, что нужно. Но мне кажется, вот такие губные помады, я их просто постоянно, когда мажу, они у меня обычно быстро заканчиваются. Поэтому я вот эти губные буду еще заказывать, такие же номера. Но еще и другие хочу тоже попробовать. Ну, вот разных таких вот оттенков. В общем, я на губные сейчас богата. Все, красота у меня теперь с губными помадами. Что еще приобрела? Это для мытья посуды. До этого я уже пользовалась для мытья посуды. У меня был лимон и мята. А это эвкалипт я заказала. А вот лимон и мята у меня был. Ну, уже заканчивается. Это мне заказывала дочечка. Приятное. Во-первых, оно быстро намыливается. Его совсем чуть-чуть нужно. И запах приятный. Все. То есть оно и для рук хорошо. Приятные запахи. Мне очень нравятся вот эти моющие средства. Поэтому они у меня постоянно есть. У меня только одно заканчивается. И другое я уже хочу, чтобы у меня было. Все, я уже заказала. Теперь у меня будет. Вот, теперь у дочки я еще увидела кондиционер для белья детский и заказала для себя. Вот такой кондиционер. Вот он. Все, что подходит детям, подходит мне, потому что я вообще-то аллергик. И у меня, если что, начинается какая-то аллергия. А здесь гипоаллергенная отдушка, без красителей. Дерматологически протестирована. С алоэ вера. В общем, мне подходит. И запах тут тоже очень приятный. Но я у дочки уже его попробовала, ощутила. И мне нравится этот запах. Вот. Так что теперь у меня такое средство будет для белья. А еще я приобрела жидкое мыло. Вот такое. Жидкое мыло для рук, защита и бережный уход. У меня постоянно руки с
сохнут, шелушатся, потому что я очень часто в воде, то посуду мою, то что-то еще мою, там то стирка, то готовка, постоянно руки в воде, и они у меня поэтому и сохнут. В общем, я решила вот это попробовать средство, и я думаю, оно должно вот как бережный уход быть и руки не сильно сушить. Жидкое мыло. До этого жидким мылом я у себя не пользовалась. Обычно брала или детское мыло, или еще какое-нибудь любое мыло. Ну, в общем, решила теперь вот такое попробовать. Прямо сейчас пойду и поставлю его на мойку. А еще вот я постоянно пользуюсь вот таким вот бальзамом для волос, бальзам-кондиционер. Мне как-то давно дочка его заказала, и я постоянно просила, чтобы она мне его заказывала. Я последние уже не знаю сколько месяцев пользуюсь таким средством, и мне нравится, что его нужно немного, оно хорошо размыливается, наносится на волосы, и волосы становятся такими вот шелковыми, смывается, промывается хорошо. Ну, из всех, которые за последнее время разные средства пользовалась, мне это нравится больше всего, и мне нравится запах. И, кстати, когда я показывала уход за волосами, я же вам показывала, что вот такое средство у меня, одно из двух такое есть. Вот я им до сих пор пользуюсь, и вот тоже такое же приобрела. Еще вот такое приобретение. Это я заказала для дочки. Так как в ванной мы купаем малыша, он у нас любит плескаться в воде, но так как в этой ванной и мы тоже там купаемся, и вот это средство спрей антиналет для ванн и душевых кабин, вот оно такое, я решила его взять и попробовать у дочки. Вот, я его затестю у нее и тогда вам скажу как. Но вообще это средство дочке кто-то посоветовал, поэтому мы его и заказали. Мы с ней заказ делали вместе. Кому-то уже это из подписчиков, кому-то это понравилось, это средство, и поэтому мы его заказали. Поэтому я уже как бы по рекомендации кого-то думаю, что это средство хорошее. Еще хочу сказать, пользуюсь я кремами для лица Faberlic. Дочка мне заказывала, и я уже вот давно пользуюсь. Вот такой крем Platinum. Это крем для шеи и декольте. Видно? Мне нравится, здесь вот такая дозация идет. Вот. Немножко нажали, и оно дозировано идет. И вот, во-первых, приятный запах, приятная текстура. Мне вообще вот нравится крем такой, он ложится очень хорошо. И, в общем-то, у меня один крем уже дневной такой закончился. И дочка заказала мне еще один, но он остался у нее дома. Но ночной крем у меня здесь. У меня вот эти два крема. Ночной крем – это вот такой. Ну, тоже с дозацией. И тоже такой вот нежный, нежная текстура. Очень хороший такой крем. Вот этот спрей Faberlic антиналет я решила испробовать в ванне у дочки. Ну вот такой налет. Во-первых, вот это не отмывается. И ну, по краям, когда купаемся, не знаю, видно или не видно, есть налет на ванне. В общем, если налет не сильный, нужно подержать 2 минуты, а если сильный, то не больше 5 минут. Сейчас я всю ванну хочу обработать. Сначала побрызгаю сюда. Я делаю это час, я не знаю, как оно действует. Так, оно имеет какой-то запах. Запах приятный, но сильный. Надо вытяжку включить. Ну все, мои хорошие, прошло как раз 2-3 минуты. Вот это пятно, которое здесь было желтым, оно посветлело. В принципе, если еще раз обработать, оно и высветлится. Но остальной весь налет на ванне, он весь отмок, весь ушел. Я чуть-чуть протерла губкой. И сейчас мне остается только промыть водой. И все. И наша ванна будет просто идеально белая.
все, мои хорошие, я ванну обмыла, помыла. Она стала идеально белая, блестящая, в общем, как новая. Если вам видно, никакого налета нигде не осталось. И вот это желтое пятно, которое мы видели, да, оно вообще его не стало видно. То есть где-то, может, чуть-чуть какие-то очертания остались. Но, в принципе, все удаляется. Удаляется все. Чистота невероятная. Я не знаю, кто-то посоветовал это средство моей дочке, но большое спасибо тому человеку. Средство отличное, просто справляется она отлично со своей функцией. Еще я обещала показать вам крем дневной, платинум, которым я пользуюсь. Крем очень хороший, я его заказываю, заказала уже второй раз. Дочка мне его заказала, и я его здесь оставила. Теперь я его забираю домой. Крем хороший. А еще я заказала блузочку. Вот такую блузочку. Нежно-розовый цвет. Это полиэстер. Рукава 3/4. Но я заказала ее на размер больше, чем у меня сейчас. Я похудела. Но заказала все равно 52-й. На всякий случай, потому что бывают вещи... Ну, маловато, чтоб не были. Я люблю, когда вещи просторные. Ну, вот такую блузочку я заказала. Она на лето. В принципе, можно ее одевать и дома. Ну, посмотрим, куда одевать. Я сейчас ее одену, покажу вам. Теперь я показала вам все свои новиночки Faberlic. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч! Пока-пока!